Всем привет, с вами Монк, и, о боги, это разговорное видео, да, 4 месяца я не снимал разговорное видео, точнее, не делал. Боже мой, надеюсь, я говорить не разучился, ну, в принципе, не разучился. Заранее хочу извиниться за то, что разговорные видео не выходили, и за то, что я за весь апрель ни одного видео не выпустил. Вы знаете, какая обстановка сейчас в моей стране, да, я из Украины. Мне довольно-таки нелегко, плюс я заканчиваю школу, мне надо готовиться к экзаменам, которые я буду в июле сдавать, надеюсь, у меня все получится. Насчет того, что у меня в стране война, я хочу сказать то, что я никак не ожидал, да никто не ожидал, то, что так все обернется, все думали то, что это, мол, шутка, рофл и так далее, но, боже, я как только узнал то, что это все началось, я в первый день привел как не в себя, реально. Мне было очень страшно, и сейчас, ну, сейчас я более привык, потому что ощущение, как будто этого всего нет, но на самом деле это все происходит. Карл, Третья мировая, Карл! Боже мой. Надеюсь, что до меня не дойдет ничего, я останусь жить. Ну, а сегодня я бы хотела рассказать вам небольшое продолжение того, как я провел лето в лагере «Глобус». Да, ссылка, если что, на вот это видео, которое сейчас вы видите на экране в описании, хотя вы можете в плейлистах это найти, у меня там только одно видео, но все же, по-моему, по ссылке будет быстрее. И еще несколько слов скажу. Вот это видео, которое вы видели только что на экране, я его пересматривал вчера и тупо угорал. И я немного поражен, потому что там 8 лайков за год набралось. Спасибо. Ну, а мы возвращаемся к лагерю «Глобус», в который я ездил, я не помню реально уже в каком году. В 2015 или в каком-то, ну, точно в 2010 каком-то там. И я вспомнил один момент, когда Галя чуть ли не разбила стекло у нас в комнате бутылкой. Если что, я напомню, Галя, Тоня и Маша, это были мои соседки по комнате. Офигеть, я до сих пор помню их имена. Карл, столько лет прошло, я до сих пор их помню. И я довольно-таки смутно помню, что происходило в лагере «Чайка», в который я ездил в первом классе, но об этом я, возможно, попозже расскажу. Кстати, еще один факт я забыл упомянуть, то, что Галя и Тоня были сестрами, но, скорее всего, они были от разных отцов, потому что у них разные фамилии. Короче, Галя и Тоня поссорились, и Тоня сидела с Машей на одной кровати. Галя схватила бутылку с водой, сказала Маше пригнуться. Они в итоге обе пригнулись, и Галя пуляет бутылку в окно. И такой звук был, что как будто оно сейчас треснет, но, слава богу, оно осталось целым, потому что вожатые нам бы таких люлей дали. И я вспомнил еще один момент сегодня, когда мы собрались, короче, выходить до сцены. Какой-то балаган был, короче, среди моих, в моем отряде. Ёкарный бабай. Какой-то в отряде, короче, был балаган. У нас вожатых было трое, две женщины и один мужчина. И вот этот вожатый мужчина говорит: «Что тут за балаган? Скоро выходим». А Оля вот эта, которую я не мог терпеть, да, она упоминается в моем предыдущем видео про «Глобус», про то, как я провел лагерь там. Она сказала, что какой-то из нашего отряда, какой-то пацан смотрит «My Little Pony», и потом вожатый такой: «Так, пони, успокоились». Еще я вспомнил одну вещь, то, что всегда все принимали из моего отряда участие в конкурсах, я не принимал, особенно когда они танцевали, я не танцевал, я тупо стоял в сторонке среди аудитории и записывал на диктофон музыку, ну, потому что она мне нравилась. Там еще «Гангам Стайл» был, ну ладно. Ну, а на этом все. Если я что-то еще вспомню из лагеря «Глобус», то я, конечно же, расскажу. И, возможно, расскажу все, что я помню из лагеря «Чайка», в который я ездил в первом классе. С вами был Монк. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Всем удачи, всем пока, всем мирного неба над головой, потому что война — это штука страшная. Слава Украине, героям слава. Буду Украина.